Какая жена-то у тебя строгая. Умна, что ли, очень? Уши не разберу. Боишься, что жена умнее тебя будет? Не то, что умней. Вороватей. А ведь должно быть скверно, когда жена обманывает. Ты как думаешь? Что хорошего? Да ведь каков муж? Вот я тебе притчу расскажу. Был у меня приятель, человек богатый, нрава крутого. Вот стал за женой он замечать, вот стал за женой он замечать. Дело неладно, дело неладно. Ага, вот раз он жене-то и сказал: прощай, еду в город на базар, прощай, до свидания, ангел мой. А сам огородами домой, а сам загляну к жене в окно, а там за окном-то не темно, а там за окном-то огонек, у жены-то гостенек. И что же он, сударь, сделал? Что? А вот что. Дал парню уйти, выждал поры до времени, а сам: здравствуй, здравствуй, ангел мой, я тут. Воротился я домой, а сам сам пошел, пошел в Авин, а там натопил его один. Потом говорит жене: пойдем, Авин, житным хлебушком набьем. Пришел с подлой шельмою вдвоем, там сжег ее живьем. Ой, грех! А на дворе щенок скулит, вот смех. И завинно дым валит, на той решетине жердяной муж квитает за женой. Вот смех, ой, грех! Вот смех, ой, грех. Ах, Дарья моя, кофта даренная, необразованность какая, баба жареная! Вот так. Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.